Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам обновленную линейку лаков Secret Story с песочным эффектом. Появились три новых оттенка. Это алый с золотым отливом, нежно-розовый, такой холодный, и ощущение, будто в него добавлены такие кристаллики льда. И песочно-бежевый. Ранее линейка была представлена из вот таких лаков. Есть еще розовый, то есть сиреневый, песочный, но глиттер у этих лаков был более крупным и более ощутим был на ногтевой пластине. То есть, когда вы лак наносите, он высыхает, он прям такой, как наждачная бумага казался. Не совсем приятно было. Да, был явно видимый песочный эффект, то в этой линейке, как вы можете заметить, он меньше выделяется. Тем не менее, красиво смотрится на ноготках, видно, что он с песочным эффектом, и даже нет желания наносить сверху топовое покрытие, чтобы скрыть вот эту неровность. Он больше матовый, естественно, так как это песочный оттенок, нежели глянцевый. Сегодня у меня вот этот алый на ноготках. Всем лаком я, конечно же, сделаю вам сводч. Сейчас вы просто можете наглядно посмотреть, какой он по текстуре, как он смотрится. Могу сказать, что вот этот вот нежно-розовый носила я неделю, не скалывается, несмотря на то, что он песочный, хорошо носится, мне полностью устраивает. Итак, давайте пройдемся по оттенкам. Вот такой вот красивый нежно-розовый оттенок. Как вы видите, в нем прослеживаются такие вот более крупные блестящие элементы, напоминающие мне кристаллики льда, либо соли. Очень освежает, летом вообще прекрасно смотрится. Вот этот алый оттенок, это просто что-то невероятное. Здесь идет вкрапление золота, он очень красиво смотрится на ногтевой пластине. При дневном освещении это просто волшебство. Сейчас уже свет уходит, заканчивается световой день, и вы все равно можете наблюдать, как на ноготке переливается этот лак. И вот такой вот песочный. Все фото вам добавлю, сможете наглядно посмотреть, полюбоваться на каждый из оттенков. И для сравнения ставлю несколько фотографий этих лаков, чтобы вы лично для себя смогли просто сравнить, насколько отличаются текстуры у одной линейки и у обновленной линейки песочных лаков. Могу сказать, что лаки мне понравились, достойная линейка, возможно, не хватает для лета каких-то не вот таких классических оттенков красный, розовый, песочный, а чего-то разбавляющего, чего-то более экстравагантного и летнего. Хотя для этого есть другая линейка, тоже с похожими эффектами, с бутылечками, которые похожи на Eye to Eye. Почему бы и нет, в мини-формате есть то, что хочется летом. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь, увидимся скоро в новых видео, всем пока!